Так, щенку навел, тепленько. Ух, красота-то какая. Пусть стынет, дом чуть погреет. Опять пользовался размельчителем. Сейчас щенку. Так, сегодня у нас 26-е, день-день ролик. То все путаются, не хотят, плохо не читают описание. Кстати, вот я в чунях. Это вот такие беломанти чуни шьют. Нет, а из войлока и вот такая подошва. Все, все, не кричи. Это отцовские мне. Я забрал потягушки. Проспал со мной все. Куда? Куда ты идешь? Иди гуляй. Сейчас я тоже иду. Голову я вам порубил ночью, как приехал. Да. Ну-ка прекрати лаять мне так, истеричка. Истерик! Так, я вот рога одни повесил здесь вот. Ну, это перед отъездом еще. Сейчас поеду по делам. Забирать дрон еще. Пришел. Потом плинтуса вот такие закажу. Буду делать. Здесь не видно, вот здесь будет видно. Пену загораживать. Дел полно в частном доме. Куда ни коснись и что только не делай. Ты хочешь домой? Иди, трясешься, иди. Иди, господи. Сейчас я этих хламонов выпущу. Все, голова кончилась. Рог. Кто-то скинул рог. Ну как тихо? Это что за истерика? Родослов. А это с подарком уже стоит. Кстати, родословная Злата готова, пришла. Но сейчас Игорь Владимирович позвонит. Он обещал мне в понедельник отправить. Это что такое? Что за истерика? С вещачьими ушами. Тихо, 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 пойдем. Тихо. Так что ролик день-день. Больше роликов нет. Это будет крайний ролик. То есть аппетит, конечно, у него становится все хлеще и больше. Так, ты с подарком идешь. Выходишь? Чес. Берешь? Все валяется. Кушай, не спеши. Кушай, иди, не спеши. Круто, теперь опять. Кушай, кушай. Сейчас я глюконат кальция тебе куплю. И мы с тобой этот на прививку еще поедем. Только не сегодня. Сегодня я сейчас двух больших возьму. У Златки кончилось 10 дней назад. У Белкуни нельзя было делать, она с щенками была. Я сейчас ей сделаю. Двоих беру. Сейчас, да, вот все. 3 рубля отдай. И щенка сейчас. Одну прививку потом. Повторную через 21 день. Это я так рассказываю, что кто не знает. А потом раз в год, этот, в день его рождения. То есть, если он рожден, какого числа, да, вот, и 24-го, да, вот он, и вот в день рождения, то есть, 3 прививки в год получается. Пошел, пошел, раскоряку, боксер. Так, туалет. Нет, скользко. Погибается. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, растет, быстро тянется. Вот, люди очень много путают, перепутались все. Некоторые злорадствовали. То, что у меня трагедия, да, ну, как бы, с отцом. И это. Злата! Злата, уйди ты оттуда, господи, хватит там это все проверять. А я все ролики снимаю за счет, ну, пофигу мне
на отца, а снимаю ролики про собак, потому что они приносят бабки. Сейчас за YouTube это сказать нельзя, а теперь за собак. Ну как же не снимать собак? Они даже не понимают, что они смотрят архив. Не смотрят начало декабря. Ну, я на кухне это был один раз, правда. Мне пару раз писали по поводу то, что... Этот как... А все, роликов больше нет. На основном канале. Еще будут 2-3 ролика. Декабрьские. Архивные. Первые снегопады. Погуляйте по лесу. Мне не жалко. Смотрите. Кому война, кому мать родна. Бел, а тебе туда надо идти, там покушать это что-то как-то. Сейчас поедем на прививку, сейчас я в мошенники одену. Так что ролик день-день. Так, с трактором еще надо болт закрутить, им глушитель. Шпилька открутилась. Если кто не видит, под глушителем. Я купил болтик. Вот он глушитель, и вот там раз. И болтик беленький есть. А с этого нету. Улетела шпилька. Злат! Отохотилась? Плохая погода. Так бы поехали с удовольствием, конечно. Дай мне еще в норму войти. Я вам только сейчас все наварил, все сделал. Сейчас походим. И вот теперь будет. Походим куничку там вот эту большую. Попробуем погонять. По снегу, видите, нас держит собака. И... Вот, так что архивных роликов больше, кроме как на большом канале, не будет, а потому что я больше недавно уже ничего не снимаю, кроме как вот в Белоомуте я был, и все. Так что вот сейчас вот просто информационно так сказать, что у нас вот мы дома, все нормально. Сейчас начинает Златка линяет. Вот. Охрана своей еды. И этот, мы сейчас на прививку поедем. Сейчас куст поедет на прививку две сестры. Вот. Все, сходил, будешь на охране теперь. Вот, а посмотрю, как завтра, и щенка повезу. Буду делать ему прививку первую. Но паспорт оставлю пустым. Без своей фамилии. Вот, не буду ничего писать. Может, придется его и отдать. Как бы все по жизненной ситуации. Живет, пока растет, а там жизнь покажет. Как бы ни до чего, ни до этого, как бы, не знаю. Нет сейчас мыслей в голове, ничего. Дурдом в голове. Туман, пустота, ни до чего. В куматозе. Вот, а так жизнь покажет. Пойдем, поесть пошел. Так что, Злат, мы сейчас поедем. Затащила будку? Ну, затащила, молодец. Что я могу сказать? Молодец. Ну, а ты ешь давай, чё ты? Ну, тебе уже 2 месяца с небольшим. А, волчана? Волча. Волч. И сам. Ты такой сейчас период у тебя, ты не хочешь не подходить, ничего. Кушай, кушай. Что-то украла, что-то громахнуло. Все, молодец. Ну. Молодец. Лишь бы пробежать, но уже лучше. До этого дни были, конечно, вообще никак. Чего ты у нее там воруешь? Челюсти голые уже там. О, а, ты головой бьешься об миску. Ну ладно. Сейчас поедем, Бел. Пойду машину заводить. Да, пойду заведу. Сейчас белкуни. 2 ошейника, 2 поводка. Ну, а что у меня в кармане такой тяжелый? О, блин. Это я окна мерил. Сейчас к дяде Жене зайду. За галетками. На окна. Поеду дрон заберу. СДЭКа. Ой.
сколько градусов? Минус 5. От отца привез еще подножки. Да их выложи сейчас. Как им ехать? У нас одинаковые, видите, подделают. Может, на пескоструйку отдать. Одинаковые. С завода как идут. Видите. У меня там крепление одно варили. Не знаю, посмотрю. Скользко, собаки подскальзываются, падают. Так, где у нас? А, Злата в этом охраняет своего лося. Вот, так что вот так вот дома. На 9 дней я не поеду, пойду в церковь, свечи поставлю, закажу. Как там, молебну или молитву, или как там. Вот, там все. Я все дела переделал, все переплатил, все сделал, все, душа спокойна. Все прошло в тяжелом режиме, но стабильно. Бел, чистишь? Да, многие могут сказать, что у нее глисты. Сколько раз проверяли ее. Вот она ползала. Ну, там губы возбуждаются, там это, заднего прохода. Вот. А, нифига. Вот у нее манера такая. И глисты прогонены, все записано. У меня щенку тоже. О, в туалет пошел. И это. Не, пробовал чистить. И возил, и сам потом чистил. Не набирается у нее, ничего там нету. И этот, как его... Она вот такая манера у нее. Иногда проехаться что-то. И недовольна она попой своей. Смотрите, какое кладбище, а? Она сдержит? Да. О! Да. Тоже спотыкнулся. Тебя пора натаскивать уже на охоту. Уши когда будут вставать-то? По теплу? Давно уж пора. У всех стоят уши. Хотел это, пасть открыл, хотел хватануть ее. Да, посмотри, что у нее там в заде. Чез, только не трогай, ради бога. Она больше на белку, конечно, реагирует, Чезу. Чез, только не обижать. О, полетела к себе. А, на месте, да? Так, каюра. А каюру ему не давали, он дома был. Вы бычью голову я вам на троих пробил, на четверых. Все, на улице морга нет. Вот такие дела. Сейчас мы на прививку. Сейчас сколько времени-то? Чтобы вы понимали, что это. А то некоторые даже это не видят. Вот, понедельник, 26, 15.01. Вот, смотрите, сейчас пока загрузится. Ну, через 20-30 ролик выйдет. Я пойду делами заниматься. Так что вот так вот. Всем всего хорошего, наилучшего. Давайте, всем пока.